Инспекторы Красноярского полка ДПС задержали водителя маршрутки, который выполнял рейс без прав. 44-летний мужчина был лишен документов за езду в пьяном виде, однако, несмотря на это, все равно сел за руль. Как долго он перевозил пассажиров без удостоверения, пока неизвестно. Работал нарушитель на 51-м маршруте. Проверку автобуса полицейские устроили после сигнала медиков. К ним обратился пенсионер, который получил травму при падении в той самой маршрутке. В итоге на водителя завели административное дело за оставление места ДТП из-за управления транспортом без водительских прав. Суд вынес решение о назначении водителю 10 суток административного ареста. В отношении юридического лица пассажирского предприятия будет проведена проверка в рамках административного расследования. Информация о выявленном факте также будет направлена в департамент транспорта города Красноярска и госавтодорнадзор. Также сотрудники полка ДПС напоминают, что сейчас в Красноярске проходит операция «Маршрутка», в рамках которой усилены меры по выявлению нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта.